Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть, рад возможности сделать это при личной встрече. Хочу пожелать, считаю, что это логично, своевременно, целесообразно. Нам известна и позиция, которую ваши представители изложили в ОБСЕ. Я боюсь, что она будет мощнее, чем первая. Я уже вижу эти тенденции, мы отслеживаем их. В отношении предложили, что премьер-министр с правительством приедут в Минск. И, известно, больше, чем мне, вам пришлось эти линии чертить по Чечне, прежде всего, когда вы стали совсем... Взаимоотношения. Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику, российским капиталом. У нас очень устойчивая и глубокая кооперация по целому ряду направлений и в целом ряде отраслей и стадии ее испытаний. Я думаю, что это позволит нам не только наладить соответствующее производство, но и обеспечить... В общем, отвечает на все те вызовы.